Шамиль Курахмаевич, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вот уже, можно сказать, прошел 2020 год. Вот какими успехами вы его провожаете? 2020 год, конечно, как и для всех, и для нас тоже был очень тяжелым. Вот буквально месяца 2-3 тому назад мы здесь открыли залы, а в остальное время занимались на воздухе, в парке, на улицах, можно сказать, да. Но несмотря на это, у нас ребята очень хорошо себя показали на турнирах. Вот у нас, например, по дзюдо у нас был чемпионат СКФО, у нас там завоевали два золота. Два золота, бронза, серебро, все медали наши ребята там завоевали. В общем зачете заняли первое место, командное первое место. То же самое могу сказать и по самбо. Тоже недавно проходило СКФО по самбо, где ребята завоевали в общем 10 золотых медалей. Это 5 золотых медалей завоевали по боевому самбо и 5 по спортивному самбо. Это я такого успеха, такого результата у нас давно не было на самом деле. И вот буквально 2-3 дня тому назад на Кубке мира у нас выступали двое дагестанцев, Хархачева Паша и еще один парень с нашего зала, оба завоевали первые места. Ну, Хархачев уже борется за Бахрейн, его уже как бы не будем считать, он нам зачета не дает, а вот другой парень стал чемпионом Кубка мира. И еще бронзовый призер Кубка мира, еще один парень. Вот, допустим, вообще в вашем зале есть ребята, которые могут претендовать на олимпийское золото, которое на следующем году проходит? У нас есть парень по дзюдо Абдулла Абдулжалилов, который выступает в весе 66 килограмм. У этого парня есть все шансы попасть на Олимпиаду, не только попасть, даже выиграть. Он сейчас недавно боролся на чемпионате Европы по мужикам, как-то неудачно сложилась схватка и проиграл. Но впереди у нас в этом году и чемпионат мира, и чемпионат Европы получается, и Олимпийские игры, и много турниров до Олимпиады. Ну, есть у этого парня попасть, шансы есть попасть на Олимпийские игры. Вот в Дагестане очень много спортивных школ в вольной борьбе. А у ваших ребят как выступают? Успехи есть? Ну, у наших ребят пока таких результатов нет. Хвастаться не могу этим. Ну, тренера работают усиленно утром и вечером со своими ребятами. И порядок есть, и дисциплина есть. Но я думаю, в скором времени и у нас будут результаты по вольной борьбе. Иншаллах. У вас по боевому самбо я вижу очень хороший тренерский состав. А вот если бы была бы вот возможность, чтобы Олимпиада тоже боевое самбо, чтобы включили, как хорошо было бы, да? Ну, конечно, у нас самбо тренера очень работоспособные, хорошие, достойные тренера, которые и утром, и вечером со своими ребятами занимаются. Ну, это лицо, этот мы же видели по последнему чемпионату, как выступили наши ребята. Это уже плоды этих тренеров, которые вкладывают все, что нужно, своих учеников. 10 чемпионов привезти из СКФО, это, я думаю, это большой результат, большой успех не только для нашей школы, и для целом для республики. 5 золотых и по боевому, 5 золотых и по спортивному, не считая еще там призовые места. Ну, тренера молодцы, достойно выполняют свою работу. Вот недавно было вручение грамот. Вот и кубки давали вот им ребятам Министерства спорта. Ну, это огромная работа, которую делает президент федерации. И как вы, еще ваши тренера, я снимал это все. Угу. Ну вот да, нас очень приятно было, нас собрал Магомед Усупович и каждому тренеру, и каждому
спортсменам вручили там благодарственное письмо, тренерам, ребятам подарки, вручили это совместно с федерацией. У нас новая федерация во главе с Русланом Раджабовым. Парень молодой, на самом деле очень достойно выполняет свою работу. И на каждом мероприятии, на каждых соревнованиях от начала до конца сидит, смотрит, поддерживает, чем надо. Федерация вот очень достойно проводит свою работу. Большое баркало хочется сказать также Магомеду Суповичу. Конечно, раньше бывали моменты, не всем оплачивали, да, вот этот проезд, проживание. А вот с приходом Магомеда Суповича он это все изменил, теперь оплачивается, не, я имею в виду, не олимпийским видом спорта. И проезд оплачивается, и проживание оплачивается, даже остается на питание для ребят, когда они выезжают. Огромное баркало Магомеду Суповичу за поддержку, за понимание, за то, что нас собирает, вручает вот такие подарки, что не забывает то, что оценивает наш труд, нашу работу. Ну, Шамиль Курахмаевич, все равно вот такое дело. Вот, допустим, у вас вот государственные это самые предприятия, вот это, все равно без спонсоров не обойтись. Есть люди, которые вам помогают. Ну, у нас вот по самбо взять, вот этот новый президент федерации, он всячески помогает. Недавно у нас стало два чемпиона мира по боевому самбо. Как они прилетели, мы их встретили, и от федерации самбо во главе с Русланом Раджабовым каждому вручили денежные призы ребятам, которые выиграли, и их тренерам. Такую работу у нас давно не делалось, вот с этого года и тренера, и спортсмены начали получать такой денежный приз. Помимо этого еще у нас есть вот, ребята, которые дают хорошие результаты, это чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. У нас они на зарплаты, каждый из них получает по 21 тысяч рублей. Это тоже благодаря Магомеду Суповичу. Вообще здесь сколько видов у нас спорта? В спорткомплексе у нас вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо. А греко-римская борьба есть какие-нибудь успехи? Греко-римская борьба у нас во главе этого Мурат Пайзулаев, вот у них стал ученик недавно Милад, чемпионом Кубка мира стал. Как бы этот, они только-только начинают набирать обороты, желаем им успехов. Процветание, чтобы у них уже есть один хороший результат. Есть парень, который может себя показать на любом уровне, мировом уровне. И на мире, и на чемпионат мира, и на Европе, и на Олимпийских играх уже есть, который выиграл этот Кубок мира. Он уже претендент, я думаю, на следующие Олимпийские игры. Желаю ему удачи и успехов. Еще такой маленький вопрос. Памяти моего друга Газимагомеда Ахмедова, думаете какой-нибудь турнир провести по дзюдо? Обязательно. Мы над этим думаем и с президентом федерации мы садились, говорили об этом. И со старшим братом Магомедом мы об этом говорили. В планах есть 2021 года и в дальнейшем уже провести хороший турнир в честь имени Газимагомеда Ахмедова. Кому-то есть пожелание, спасибо сказать, вот уже в эфире вы можете сказать. Ну, всем дагестанцам хочу пожелать мирного неба над головой, процветания, чтобы у всех все было хорошо в этой жизни. Тем, кто помогает, поддерживает спортсменам, и не только спортсменам, всем огромное баркало. Огромное баркало хочу сказать Министерству спорта во главе Магомедом Суповичем, который очень многое делает и поддерживает спортсменов, не только спортсменов, я думаю, и всех, кто обращается за помощью. Баркало огромное всем. Вам тоже спасибо за интервью. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Ассаламу алейкум всем уважаемым тренерам. Несмотря на такое тяжелое время, да, во время пандемии, несмотря на это, у нас
наши ребята, наши тренера очень проявили себя на соревнованиях, на турнирах. И на чемпионате мира показали, и на чемпионате СКФО, и на Кубке мира наши ребята показали. Конечно, это без тренерской помощи, без вашего вложения, конечно, они бы такого результата, я думаю, и не добились бы, конечно, 80%. Все зависит от тренеров, то, как выступят их ученики. И вот недавно мы тоже собирались в Министерстве спорта. Сукуш нас собирал, награждал. И также наш президент Руслан Аджабов, который возглавляет федерацию, который очень многое делает с его приходом на самом деле. И результаты улучшились, правильно ли? И на каждом мероприятии тоже он с утра до вечера, каждое мероприятие, да, сколько проводили у нас в Дагестане, да, от начала до конца принимал участие, вручал подарки. И на самом деле за короткое время очень много работы сделала наша федерация, да. А то, за что хочу поблагодарить, огромное спасибо тебе, Руслан, за эту помощь, за эту поддержку, брат. То, что на самом деле своим приходом, наоборот, все сплотились, как за одной командой начали работать. В свою очередь я бы хотел бы тоже, да, вручить такие благодарственные письма всем тренерам, всем, у кого, да, кто этот заслуживает, конечно. И я думаю, среди нас нет таких людей, которые не заслуживают этого. Все заслужили, все молодцы. Так что начнем, наверное, да? Может, когда Руслан, тебе речь сказать, тренера, вам, прежде чем когда? Есть только, наверное, поблагодарить Руслану. Я скажу своим коллегам, тренерам спасибо. Эта федерация существует, там, не благодаря мне одному. Это все наша совместная работа. Тебе, Шами, спасибо, что в такие моменты тяжелые, когда нет места для проведения соревнований, всегда предоставляешь зал. Ты подчеркнул, что я присутствую, ты тоже каждое соревнование приходишь, заходишь, проверяешь, смотришь. Так у нас работы, я считаю, очень много. И мы с самого начала выведем на хороший уровень, я думаю. Это моя такая, честно говоря, цель, это чтобы в самбо люди не только выступали, приходили, чтобы и занимались тоже. Чтобы у нас наши спортзалы были полные. Еще я надеюсь к этому придем. Так, вам спасибо, тренера. Это все благодаря вам. А Руслан, еще вопрос можно задать? Конечно. Как президенту федерации. Да. Вот вы сами каким видом спорта занимались? Я тоже боевой самбо всю жизнь занимался. Он спортивный самбо занимался, из нашего зала. И масса спорта фалсамбо, и боевой самбо. Он сам в прошлом отличный спортсмен, атлет. Поэтому он всю эту систему, он как бы внутри знает, кто кому какая помощь нужна, да. И поэтому с приходом его, Руслана, вот за короткое время на самом деле очень много изменилось самбо. И ребята начали и премиальные получать, и каждый, который выиграл на чемпионате мира, правильно ли, тренера, все получили то, что они заслужили, и премиальные денежные призы. Каждый раз на Дагестанах тоже сейчас, каждый ребята и призы получали, и кубки, и медали, которые раньше не было. Да. Я очень рад, есть такие достойные дагестанцы. Он сам тренирует. Здоровья, счастья вам. Сам тренирует. Он не кабинетный работник. Понимает, что это такое тренерская работа. Сам и тренировался. И поэтому все знает изнутри как бы. Все это хорошо. Шамилю Баркала, Шамиль, от всех нашего коллектива, что ты с нами вот так. Не как директор, руководитель наш, а как тоже наш как коллега. Все время рядом, в залах. Тебе как нашему брату очень большой Баркала, постоянно нам внимание уделяешь. Спортивная школа Олимпийского резерва Магомедову Махачу Ахмадовичу. Передарите, пожалуйста. Благодарственное письмо выражает тренеру спортивной школы Олимпийского резерва Магомедову Ахмеду Сахиеву. Хаб
Еще раз, еще раз. Все, все, все. Благодарственное письмо выражается тренеру Исаеву Биякаю, Исаеву Биякаю Исаевичу. Участник следующего Кубка мира. Чемпион СКФО, да? Чемпион, не, чемпион Кубка России и Ишала Кубка мира. У нас кто еще остался здесь? Махач, это тебя выучали с Минспорта. Ага. Да? Ну, это министр уже был. Я Махач, еще одну. Короче, Рафатану у нас Абдухалика нету. Расула нету, Гасанханова нету, Джамбекова нету, Гасанханова Расула нету. Короче, потом вручим, да? Тренер, вам огромное бархало, да? За проделанную работу, Руслану тоже отдельное бархало. То, что на самом деле, это можно сказать, моя, это может даже не снять, потому что другим, не в обиду другим говорят, ну, будет сказано, да, это как бы моя самая любимая, мой самый любимый коллектив, можно сказать, да? Поэтому вам огромное бархало еще раз, то, что вот вы прикладываете вот такие усилия, да, вот вкладываете душу в, эту, в этот вид спорта, вы на самом деле ее сегодня нам, вы намного выше подняли, да, чем было, на уровень выше, даже можно сказать, подняли самбо, что спортивное самбо и боевое самбо. Так, бархал еще раз. Ну, благодаря вам. Руслан, салам алейкум. Я очень рад, такие достойные дагестанцы еще у нас есть. Вот видите, ваш адрес, какие теплые слова сказал сам директор Шамил Курахмаевич. Потому что, ну, редкость, что кто-то сейчас кому-то помогает. Вот. А вы сами здесь же занимались, да? Я воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова. Ага. Занимался всю жизнь у него, боевой самбо. Представитель этой школы. А, очень жаль, что нету среди нас этого достойного человека. Ну что делать? А сейчас ваши уже 2021 год. Какие планы? У нас, надеюсь, что эта пандемия пройдет, нам позволят уже полноценно работать всем. Будем двигаться от календаря, проводить сборы, участвовать. Планов впереди много по развитию самбо. Иншалла, надеюсь, эта болезнь, если покинет нас, полноценно, если всем разрешат работать тренерам, спортшколам, то я думаю, у нас впереди большое будущее у самбо. Удачи, спасибо за интервью. Спасибо большое.